И напоследок важная новость. В преддверии презентации ядра на CES в январе мы решили показать миру его возможности. Ядро совместно с Дэйной Уайтом и абсолютным бойцовским чемпионатом получит права на эксклюзивную онлайн-трансляцию важного события следующего месяца, второго боя Малины против Булгакова. Я понимаю, что платформа будет полностью готова только к январю. Но наш отдел ядра заверил меня, что мы готовы бросить этот вызов. И нет лучше способа познакомить весь мир с нашим ядром, чем сделать лагом удушающий захват. Молодцы, ребята. Возвращайтесь к работе. Ты говорила Гевину, как у нас обстоят дела со сжатием видео? Он же в курсе, что переделка платформы под новый алгоритм отстает на полтора месяца, да? Ну, я бы не хотела докладывать ему, что мы настолько отстаем. Хотите вы? Пожалуйста. Вы сказали, Хайди, мы отстаем на полтора месяца. А помните, я вам показывал глюк с пропуском кадров? Да мы и на все три месяца отстаем. Ну, я бы не хотел докладывать об этом Хайди. Хочешь сам, пожалуйста. Ты сказал отставание всего на три месяца? Я сейчас внедряю систему. Друг, даже слышать не хочу.